Что произошло 25 декабря? А вот и подарочки. Зачем вы вломились в дом? Мы решили, что за домом обязательно надо присмотреть. Но мы даже не думали ничего там брать. Если вы не думали воровать, кто тогда? Поверить не могу, что кто-то спокойно грабит дома и при этом подставляет нас. Мы должны себя оправдать. Вы не Шерлоки Холмса, и это не кино. И защищаться вам надо по-взрослому. Так, сейчас я... Нет! А раньше такие кражи были? Нет. Я думаю, работают гастролеры. Эй! Я думала, тут пусто! Живо, на колени! И что теперь? Выйдем, живо! Что делать будем? Они вооружены. Мы будем их слушаться, чтобы не стало еще хуже. Побудь здесь. Сидеть тихо. Ясно. Сидеть тихо. Я! Вы, ребята, а вас уже раньше кто-то грабил по-настоящему? Мы что, просто будем сидеть и смотреть, как нас грабят? А где пацан? А если этот парень клюнет? Когда он разозлится? Тут я пас. Одни дома. Смотри.